о мертвой царевне и семи и богатырях. Сказка о мертвой царевне и богатырях. Да, ну а спящую красавицу написал этот другой, немецкий. Ну вот я сейчас. Ну их только не писал, поверь мне. Да, нет, я просто сейчас нашу начала читать, а она вообще такая классная. Пушкина начала читать. Ну вот я просто открыла, думаю, это как она, спящая красавица там называется или нет, я еще не открыла. Сегодня присмотрелась, это же снег. Да. Ну я же.